Зуеву, черт. Дальше непонятно. Кажется, карандаш сломался. Надо думать, что написано «Зуеву позвони». Так и сделаю. Алло, я могу говорить с Никитой Васильевичем Зуевым? Да, я слушаю. Это Глеб. Здравствуй, Глеб. Что стряслось? Я в Липане. Тут все разгромлено, отца забрали. Никита Васильевич, что происходит? Объясни толком, что случилось? Что со Славой? Не знаю. Он звонил мне, предупредил. Здесь в лаборатории разгром, никого нет. Отец записку оставил. Зуеву, а дальше неразборчиво. Что, черт побери, в Москве происходит? Ты, Глеб, не волнуйся. Славу, наверное, на Лубянку отвезли. Все проверят, разберутся и отпустят. Я сам сделаю все, чтобы он скорее вышел. Ты, Глеб, не уходи никуда. Я людей пришлю за тобой. Ладно. Все, до встречи. Жди. До свидания. О, черт! Тут же написано «Зуеву не звони». Как же я не понял раньше. Надо быстрее сваливать. Thank you.
товарищ Зуин, ты что мне фуфло толкаешь? Как один человек смог уйти с режимного, хорошо охраняемого объекта и проникнуться на другой? Один? У вас сколько людей было? Да что вы говорите, мне не нужны ваши сказки. Ты прекрасно понимаешь, что будет в случае неудачи. У вас есть самое большое. 2 часа. 2. Все,